Всем привет, дорогие друзья, на рынке скидки. Сегодня мы с вами поговорим о том, как влияет данная просадка на нашу позицию касаемо биткоина. Опираясь на сформированную нами позицию, мы выстроим дальнейший план и сделаем правильные выводы. Ну а перед началом данного видео не забывайте поддерживать его лайком и подпиской на канал, если вы еще этого не сделали. И давайте сразу переходить к делу. Дорогие друзья, касаемо биткоина, у нас сейчас снижение цен. И данное падение я рекомендую использовать как возможности очередные. Да, перед нами сейчас открываются очередные возможности, которые можно забрать. Что же на рынке сейчас происходит? Почему мы падаем? Давайте разберемся. Прямо сейчас выбиваются лонг-позиции. Да, случайные пассажиры на рынке не нужны. Людей пытаются запугать прямо сейчас, чтобы под воздействием страха слабые руки скинули свои монеты. Как же данная просадка отразилась на нашей позиции? А напомню, что набирали мы биткоин на медвежьем рынке, когда все боялись. С тех пор биткоин отрос на 300%. И с учетом коррекции сейчас мы находимся в плюсе на 200%. Да, дорогие друзья, даже несмотря на данную просадку, все равно у нас плюс. Скорректировались мы всего лишь на 28%. И это норма для биткоина. По ходу роста мы всегда корректировались. Просто так заработать никому не давали, никогда. Поэтому к данной просадке я рекомендую относиться правильно. Не бояться нужно сейчас, а принять это как должное и использовать тот шанс, который формируется. Весь рынок скорректировался. Наша цель – просто откупать по спискам, которые у нас имеются. Нам дают шанс зайти в альту по минимальным ценам. Используют данный шанс не все. Кто-то уже зарядил весь свой депозит. Кто-то просто испугается сейчас и пойдет на поводу у своих эмоций. Купят сейчас только единицы. И только единицы заберут все с этого рынка. Касаемо ноткоина, у нас тоже просадка. Куда пропали те люди, которые доказывали мне, что ноткоин будет расти отсюда? Я не знаю. Куда пропали те люди, которые говорили, что биткоин не влияет на ноткоин? Я тоже не знаю. Но полагаю, что данные люди просто потеряли свой депозит. И приняв убытки, ушли с этого рынка. Рынок работает по определенным правилам. Знаете вы их или нет, без разницы. Прислушиваетесь вы ко мне или нет, тоже без разницы. Все будет так, как я сказал. Мы новости не разбираем. Новости пишут для идиотов. И на данном этапе мы упали не из-за новостей. Новости – это иллюзия. Манипуляторы хотят, чтобы вы верили в то, что новости влияют на рынки. Но нет, мы упали, потому что киты сливают, выбриваются лонг-позиции. А зачем киты сливают? Все банально просто, чтобы испугать толпу. Но будьте уверены, что когда толпа подхватит импульс, манипуляторы заберут свои монеты обратно и помимо этого еще и нарастят позиции. Все банально просто. Принципы манипуляции не меняются. Учитывайте данный фактор. Касаемо ноткоина, даже если покопаться в иллюзии, позитива найти нельзя. Вместо позитива мы видим рекламу сторонних проектов. И данная реклама публикуется в разделе новостей касаемо ноткоина. Здесь рекламируют сторонний проект. И здесь тоже рекламируют ноунейм щиткоин. Касаемо ноткоина всего лишь одна новость. И то негативная. Да, не секрет, что у людей возникают проблемы со стейкингом. Да, не секрет, что искусственные проблемы создаются. Но все же суть в том, что манипуляторы даже не парятся. Они делают свое дело и идут по головам. Вас загоняют дальше, не пойми во что. Даже в новостных блоках вам подливают рекламу. Учитывайте данный момент и фильтруйте всю информацию. Работайте по скелету рынка. И в конце данного цикла вы окажетесь победителями. Все максимально просто. Альткоин сезона у нас еще не было, пока мы не пришли сюда. Расценивайте это все как возможности. Да, дорогие друзья, я жду альткоин сезон. А именно поэтому я набираю. Пока мы находимся здесь, это возможности. И никак иначе. В верхний блок мы обязаны вернуться. В очередной раз.
И только тогда цикл завершится. И только тогда я выйду к вам и скажу: мы фиксируем прибыль. На данном же этапе завершения цикла я не вижу. Все только зарождается. И несмотря на то, что мы уже прошли половину цикла, лично я все же жду кульминацию, которая повлечет за собой рост альты. Я делаю акцент на альткоинах, которые себя вообще не проявили. Набирайте их и вы, и в конце данного цикла вы окажетесь победителями. Те люди, которые со мной с самого начала, уже в плюсе. Касаемо биткоина, наша позиция потерпела мизерное падение, вот и все. Для нас это не страшно. Для нас это просто очередной шанс зайти. Фаза накопления продолжается. Набирайте правильные проекты прямо сейчас. Не обращайте внимания на шлак. Не обращайте внимания на то, на что обращают внимание все. Да, сейчас я про тапалки. Хоть касаемо ноткоина уже хорошие цены, все равно. Я знаю, что есть гораздо перспективнее проекты. А именно поэтому их я и набираю. Если вы хотите набирать вместе со мной, то присоединяйтесь в закрытое комьюнити. Проходите 5 закрытых курсов. Получайте все рабочие инструменты. И набирайте. Вместе со мной прямо сейчас. Своевременно. Кому интересно, ссылка есть в описании. На данном этапе доступ в комьюнити еще открыт. И вы можете присоединиться. Здравым людям добро пожаловать. Доступ в комьюнити оплачивается только один раз. И вы остаетесь здесь навсегда. Очередные возможности вам рынок предоставил. Ваша цель просто их использовать прямо сейчас. Набирайте правильные проекты. С набранными позициями дождитесь кульминации. И снимите все сливки. Все максимально просто. Подход мы не меняем. Откупаем на страхе. Пока толпа боится, мы накапливаем. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, если подписаны. Ставьте лайк, если поставили. Желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья.